Київський футбольний клуб – один з найстаріших в Україні. Протягом своєї майже 100-річної історії він зазнав різних періодів – злети і падіння, змагався у всіх футбольних лігах України, були гучні поразки та сенсаційні перемоги. Зараз МФК «Миколаїв» вчергове переживає не кращі часи. Матеріальна база єдиного в області професійного клубу не відповідає вимогам сучасного футболу. У МФК «Миколаїв» немає навіть власної спортивної бази. Приїхати на стадіон в роздівалки сьогодні, яка призначена, має роздітися, підготуватися, зіграти в футбол і уїхати зі стадіону на свою футбольну базу. Вона сьогодні з утра до вечора вони знаходяться тут в роздівалці. Ви підійдіть, хоча вона більш-менш підготовлена, але це не, ну, вони не повинні тут существувати і жити все время. Вони, в принципі, тут живуть. Гравці команди не мають змоги тренуватись у нормальних умовах. На центральному стадіоні команда може проводити тільки ігри чемпіонату і провести одну тренування в неділю. Перед игрой, как бы предыгровая тренировка, посмотреть поле, попробовать. Вот. И так как нам тренироваться негде, мы тренируемся или в сквере, или на дорожках, или когда плохая погода, выезжаем на глиняное поле, на земляное поле. Это все очень плохо для профессиональных футболистов, потому что на другом грунте включаются другие мышцы. И когда мы обратно возвращаемся на натуральное поле, начинаются травмы, растяжки. Лигу чемпионов пока временно не собираемся. Но есть такое определение, которое в футболе называется, потому что говорят, вот почему там футболист 3 метров с 15 ударил выше ворот. Есть такая составляющая, баллистическая складовая удара. Ну, то есть я не буду останавливаться подробно, там я тезисно буду говорить. Так вот, чтобы ее выработать, надо тренироваться на полях одинакового покрытия, одинакового качества. Оно должно быть поле игровое и тренировочное. Если этого не будет, соответственно, у футболиста будут нюансы в лазбалансировании вот этого, вот этой точности и, грубо говоря, силы. Есть реакция опоры, там полей. Керівництво клубу впевнене, відсутність повноцінного тренування не може не позначитись на якості гри. Так для того, щоб нам його як-то улучшати, нам треба улучшати на чому-то і за счет чого-то. Це ж як би у нас не первенство в бані, що ми могли вийти там з мужиками, поіграти, потім півка попили і розійшлися. Це професіональний спорт, це чуть-чуть різний підхід. Тобто ним треба либо займатися, либо ні. Для того, щоб команда показувала результат, треба створити ну, минимальные хотя бы какие-то условия для того, чтобы она могла играть и показывать хороший футбол. Возьмем Александрию, это Кировоградская область, где президент футбольного клуба, он же губернатор Кировоградской области. Поэтому как бы, я думаю, что ну, там созданы хорошие условия. Например, если сравнивать с нами, у них 6 тренировочных полей и одно игровое. И когда мы часто едем играть туда, болельщики спрашивают, а почему вы не можете обыграть эту деревню? Ну, по инфраструктуре, если сравнивать и с условиями для работы, то деревня мы. Єдине трав'яне поле Миколаєва перебуває у сумному стані через постійне надмірне навантаження. Поле – це живий організм. Оно имеет нормы своих нагрузки. И эти нормы устанавливаются не нами, а специалистами. А сегодня, в связи с тем, что футбольному клубу негде тренироваться, мы вынуждены были. Ну, мы тут боремся между собой, как меньше, они хотят как больше, мы как меньше. Ну, жизнь реалии, а где тренироваться? Для того, чтобы сохранить поле, мы на зиму, ну, как говорят, укрываем ее где-то около 17 тонн, раствора различного, то есть земли, песок, удобрений, так высыпается, чтобы сохранить покров. И это на протяжении 40-50 лет, как стадион, вы представляете, в каком оно состоянии. Все равно ровно так не уложишь. Не поодинокі випадки, коли якість поля впливає на результати матчів. Несколько игр дома мы то ли в ничью сыграли, то ли даже проигрывали, когда у вратаря перед руками мяч ударялся в землю, и алогично
продолжать двигаться. Но он ударялся в кочку, уходил вправо, а он его ловил слева. Ну, были такие моменты. Кажется, два гола мы таких пропустили. Есть стадион, который с работниками стадиона, руководством стадиона, которые стараются нам это поле как-то сберечь и сделать все для того, чтобы мы могли выйти на игру и не пропустить какой-то смешной мяч, который попадет в кочку и от кочки улетит в другой угол. И проиграть просто из-за того, что поле непригодное для игры. Спасибо работникам стадиона, которые готовят нам все-таки поле, которое есть. Но на покрытии, которым больше 40 лет, вы понимаете, что в каком-то качестве процесса, ну, я имею в виду слово качество с большой буквы, говорить сложно. Я, конечно, мы выходим, что как бы работаем, предлагаем их условия. И то, что как бы, какой инвентарь, когда мы сюда пришли 7 апреля, команду в этот... этого года приняли, был, и сейчас чего-то добавилось, я уже не говорю там, ах, какого, так это спасибо руководству завода «Экватор», которое как-то это дело наладило. Я уже не говорю, что надо, потому что мы могли тут целый список такой большой составить, но нам бы хотя бы, скажем, такие минимальные дела, но без футбольного поля это как бы, ну, это вообще нереально. Шлях на виїзні ігри – також серйозне випробування для миколаївської команди. Пришлось сделать капитальный ремонт этому самому автобусу. В Николаеве самый старый автобус со всех клубов Украины. Его подарил когда-то еще Макаров, как мне сказали, покойный, царство небесное, спасибо, какой-то турецкий автобус, которому там 40 лет, и знают, 35 и так дальше. Мы ему сделали капиталку, там больше 100 тысяч гривен стоило. И резину поменяли, ну как бы, единственное, что не сделали, просто денег не хватало. Кресла там убитые все. Но как-то мы все-таки его до кучи собрали, ездим еще сегодня на нем. Автобус 200 тысяч долларов стоит, 300 тысяч долларов стоит, хороший. Приезжает к нам Мариуполь там, или Личовец приезжает, или какая-то другая. Там такие неопланы, что нам и не снилось. Там и спальные места, и там у нас обыкновенный, там условно, и Икарус, на котором мы ездили в Румынию в свои годы, понятно, да? А с дорогами Украины, да, бывает 10 часов, бывает 11 часов, и надо потом выходить играть. Это отдельная тема, и это очень серьезно и очень ответственно. И ребята устают просто, много игр мы просто проиграли из-за того, что они устали в дороге. Всі проблеми, які постають перед МФК Миколаїв, мають єдину природу – нестабільне та недостатнє фінансування. Протягом багатьох років клуб змушений шукати спонсорів, яким небайдужа доля миколаївського футболу. До цих пошуків час від часу долучаються міські голови Миколаєва. Зокрема, кілька років тому Володимир Чайка спробував заохотити до підтримки клубу місцевих підприємців. Він зібрав у себе, мабуть, нас було чоловік, ну, мабуть, два. В малому залі, може бути, два десятка, может быть, три десятка, ну, как бы, знакомых мне, значит, ребят, предприниматели, вот, в основном, так скажем, малый бизнес, да, вот, со среднего, в общем-то, только я был, наверное, да. Ну, он сказал, ребята, надо подставить плечо Николаевскому футболу. Вот. Ну, в общем-то, по сути дела, весь 13-й год, да, это было конец 12-го, весь 13-й год так оно и происходило, да, то есть завод помогал, я, может быть, раза три ходил на футбол, смотрел. З 2015 року проблемами МФК почав опікуватись наступний міський голова Юрій Гранатуров. Він звернувся до депутата міської ради, голови правління ПАТ «Завод «Екватор» Сергія Кантора з пропозицією надати клубу фінансову підтримку. Був вихід тільки один – це використовувати ресурси власні заводу, яких просто не вистачало команді. Зараз мені приписують, там, це була політика, то все там, того нашого краю ще не видно було навіть в облаках. Когда мы начинали все это дело. Мэр попросил, я депутат, с моего собственного согласия, да, я подставил плечо, пошел, как бы, как я сказал, волонтерским способом этим занимался и увлекся. На початку 2015 року ситуация у клубе была вкрай складною. Картина вырисовывалась неприглядная изначально. Почему? Потому что что спортивной школы материальная база практически Савковская осталась.
Вот. У клуба вообще никакой материальной базы, вообще никакой материальной базы не было. Олег там из дома притащил Wi-Fi роутер, там компьютер какой-то, там вот такое вот. Все было на, по-колхозному, да, потому что у клуба не было ничего вообще. Вот, кроме долгов на тот момент. Когда пришел со стадионом общаться, то мы, стыдно сказать, мы поле косой косили. Или нанимали газонокосилку какого-то частника. И это стоило там 600 гривен, 700 гривен ее покосить. Естественно, поле – это отдельная тема. Ему 50 лет, и уже пришлось, уже когда въехал в клуб, уговаривать федерацию, чтобы нам вообще разрешили дома играть, потому что поле не соответствует никаким критериям, указанным в регламенте. По ходу дела даже пришлось менять ворота, потому что уже давно в регламенте присутствуют металлопластиковые ворота, а у нас стояли металлические ворота. Мне президент федерации звонил, сказал, если ворота не поменяешь, то сам будешь играть в Херсоне, там где есть, то есть мы тебе не дадим возможности играть. Протягом кількох місяців вдалося зробити чимало. Насамперед було оновлено склад команди – і гравці, і тренери. Ми зібрали ребят і відправили їх вперше там, за останні роки, може три, може п'ять, може сім. Я не смотрел эти параметри. Ми відправили їх на збори в Закарпатті. Чому? Тому що і тренуватися було негде, просто фізично негде. Полю потрібно було відпочити, жара, то все. Вот. Потому что там есть тоже специфика, если вы видели на поле вокруг вратарской площадки всегда есть, могу даже показать эти на календаре постоянно, нету травы, а все, так скажем, выбито, да? Ты же знаешь, да? Это говорит о том, что футбольное поле эксплуатируется за пределами его возможностей. Також було прийнято рішення підготувати другий склад команди на базі дитячо-юнацької спортивної школи. С одним тренером мы договорились с Володей Пономаренко, что он будет, все-таки я видел, что нужен дубль, что нужна вторая команда. Мы на базе Ю-19, ее тренировал Науменко, известная личность, историческая личность, так скажем, в футболе Николаева. Он ее тренировал, мы договорились, и Володя пошел к нему, и мы эту команду тоже и одели, и обули, и финансово немножко поддерживали уже, так скажем, туда ближе к осени начали поддерживать. Чуть-чуть, насколько это возможно было, да, заводу. Вот. Ну и Руслан посматривал на будущую перспективу, кого можно. Ну, это нормально, да, подпор должен быть. Крім того, зменшені витрати на послуги центрального міського стадіону для МФК. Клуб – це ж громадська організація, як сьогодні вона є. Да, там. І у нього своє взаємовідношення зі стадіоном. І, звісно, всі ці взаємовідношення вони виражаються в денежній формі, учитывая, так скажемо, відсутствие цих ресурсів, звісно, я вышел на сессию как депутат, меня поддержали, и мы минимизировали стоимость услуг стадиона по отношению к клубу. Ну, и это тоже есть помощь города клубу. Тут ничего не скажешь, то есть и раздевалку предоставляет стадион клубу. Перше коло чемпіонату України цього року серед команд першої ліги МФК Миколаїв завершив на шостому місці. Але питання подальшої участі клубу у чемпіонаті є відкритим. Одне підприємство не в змозі забезпечувати фінансування МФК у необхідному обсязі. Содержати клуб в повному об'ємі длительне время завод просто не в состоянии ввиду сложившихся обстоятельств. Може бути, це 2-3 роки назад, може бути, це було і проще зробити. Зараз це просто невозможно. За приблизними підрахунками, для нормального функціонування клубу його бюджет має складати майже 10 мільйонів гривень на рік. Все зависит от цели и задач, которые мы для себя ставим. Чтобы команда имела там 12-13 место, это одна цифра. Если мы хотим иметь команду в середине таблицы, это другая цифра. Если мы хотим команду иметь в пятерке, в тройке, это другая, третья цифра. Мы поставили для себя середину таблицы, в принципе, да? И где-то мы вышли на сумму там 500 плюс-минус 50 тысяч гривен в месяц – это минимум. Структура такая, грубо, есть заработная плата клуба и команды,
это проживание, это питание, это виїзди, проживання на виїздах, гостиниці. Футбольна громадськість міста занепокоєна ситуацією у клубі. Тренери, гравці, вболівальники впевнені, що навіть у важкі часи можна зберегти професійну команду. І приклади цього в Україні є. Все познається в порівнянні. Якщо було б плохо кругом, в Кіровограді, в Одесі, в Полтаві, Тернополі, де, наприклад, в Полтавській області 4 команди. Одна команда прем'єр-ліги, одна, дві команди першої ліги і одна команда другої ліги. У нас одна. Полтавська область, це не Київ, не Донецьк, не Дніпропетровськ. Так же само Тернополь, дві команди, футбольний клуб Тернополь, Нива Тернополь, в першій лігі. Я не думаю, що Тернополь багатше Ніколаєва. В середині грудня минулого року футбольна спільнота, керівництво клубу, журналісти, вболівальники зустрілись з миколаївським міським головою. Він повідомив їм, що поки клуб є громадською організацією, його фінансування з бюджету міста неможливе. Это общественная организация. Как вы себе представляете ее финансировать из бюджета города? На каких основаниях? Завтра ко мне придет общественная организация инвалидов АТО и скажет, вы футбол финансируете, финансируйте нас, дайте нам лаки. Послезавтра ко мне придут люди, которые говорят, ну вот приходит ко мне Федерация американского футбола и говорит, почему МФК Николаев может тренироваться на стадионе Элис, на нашем городском, а мы не можем. Вы нам официально отказываете. Почему? Где равенство? Где демократия? Это должен быть муниципальный клуб. Не в названии муниципальный клуб Николаев, а по сути своей должен быть муниципальный. Тогда я, как городской голова, буду просить не за общественную организацию, к которой я не имею опосредовательное отношение, как городской голова, а буду просить за свой клуб, за городской. Вы правы, городской голова должен заниматься городским клубом, но городским по сути, а не по названию. Разом з тим Олександр Сінкевич визнає, що ситуація у клубі критична та потребує найскорішого вирішення. Ми всі розуміємо, що клуб зараз знаходиться в катастрофічній ситуації. В частності, можна так сказати, що він знаходився в ній останні, мабуть, 5-10 років. Вот. Всі розуміють, що зараз, в даний момент, тут сидить в залі чоловік, який тягне цю лямку, і тягне цю лямку не тому, що... Ну, это его обязанность, а потому что он посчитал, что это его миссия сохранить этот футбол, наш футбол николаевский. Большое все это понимают? Спасибо за это. Конечно, огромное спасибо. Значит, вопрос в другом. Дальше что это будет? Мы дальше будем ходить попрошайничать. Вполне возможно. Вполне возможно, если изменением формы собственности не появятся у клуба сразу миллиарды гривен, которые помогут ему развиваться. Вполне возможно. Но появятся, может, какие-то новые другие возможности. И вот этот вопрос давайте мы обсудим с соучредителями клуба. С соучредителями мы обсуждаем, принимаем решение. Есть решение о том, что мы как-то туда муниципалитет вводим не только в название. Решаем, принимаем решение и тогда дофинансируем из городского бюджета. Я готов взять на себя помощь, руководство помощи клуба. Готов. И я здесь для того, чтобы это сделать. Я городской голова, в конце концов. Я не хочу прослыть в истории Николаева в хронології, що чоловік, при котором погиб Николаївський футбол. Протягом майже 2,5 годин учасники зустрічі намагались знайти порозуміння. Подеколи дискусія ставала досить емоційною. Олександр Федорович, вопрос номер один. Быть или не быть сьогоднішній команді? Не увірювати этот ответ. Понимаете, завтра ми беремося поставити плечо. Но вы как мэр берете переходное знамя всех основных мэров и не даете умереть команде. Значит, это один вопрос. Да. Либо даете умереть команде, начинаем с нуля. Второй Олег вопрос. Викторович, да. Значит, давайте не берите меня на слабо, это первое. Во второе, я говорю, я готов взять ответственность за команду муниципальную, не за общественную организацию. Вот мои условия. Все. А поки тривають пошуки належної форми власності МФК, подальша доля команди невідома. З наступних випусків програми «Ракурс» ви дізнаєтесь про ситуацію у дитячому та юнацькому футболі Миколаєва.